Говоря о современных альтернативах вездесущему JPEG, стоит начать с вопроса, от чего же хотели уйти. Ведь бороться с JPEG — это непростая задача, так ради чего ее решают? Первым делом раздражает блочная структура изображения. Эта идея с кодированием графики по частям, она сама по себе не очень здравая. В начале 90-х, конечно, приходилось считать каждый такт процессора и каждый байт оперативной памяти, который требовался кодировщику. Но суть это не меняет. Даже если изображение сжатое JPEG не рассыпается на квадратике, когда мы на него смотрим, то оно непременно покажет артефакты при попытке сделать что-нибудь с экспозицией. Второй большой недостаток JPEG совсем сложно объяснить. Это уже не к недостаткам алгоритма, а к особенностям формата файла JPEG. Почему там не предусмотрели канал прозрачности? Это очевидный просчет, и от JPEG уходят хотя бы ради того, чтобы иметь возможность работать с прозрачностью. Также, говоря о сжатии графики, вспомним основной критерий для алгоритмов сжатия. Это эффективность сжатия. То есть для заданного уровня качества изображения размер файла, закодированный новым кодеком, должен быть меньше. Ну или для одного размера файла качество кодирования нового алгоритма должно быть выше. Это проще сравнить, поскольку размер файла можно сравнивать с точностью до байта, а качество сжатия, понятие куда более сложное и субъективное. Так что мы ждем от новых форматов рекордов эффективности сжатия. Наконец, говоря о массовых форматах, полезно помнить, в каком мире мы живем, а именно специфику копирайта. Когда создаются какие-нибудь алгоритмы или форматы, то у них, разумеется, есть авторы. А еще у них есть правообладатели. Кстати, это разные понятия, которые часто путают. Чтобы получать прибыль от всех этих интеллектуальных продуктов, компании-правообладатели взимают роялти с производителей чипов и компаний, и промышленно занимающихся кодированием медиаматериалов в эти форматы. Но это существенно ограничивает распространение таких форматов. В общем, тема мутная, и, собственно, к графике отношения не имеет. Скорее, она относится к давно обострившейся неадекватности средневекового права в информационную эпоху. Скажем проще. Как и в программном обеспечении, есть форматы открытые и проприетарные, есть бесплатные и платные. Это тоже определяет их судьбу на рынке. Позвольте вам представить два новых формата – BPG и WebP, так называют WebP. Начнем с их происхождения, оно немного прояснит и родословную, и взаимосвязи. BPG или Better Portable Graphics создан Фабрисом Белларом. Вам вряд ли что-то говорит это имя, но вообще это один из авторов FFmpeg, и заодно это имеет смысл уделить его творению свое внимание. Технологически этот формат, который так и позиционируется как замена JPEG, родом из видеокодека HEVC, известного также как H265. И тут мы приходим к любопытному наблюдению. Если в прошлом видеоформаты появлялись на основе графических форматов, как это было с MPEG, основанным по сути на JPEG, то современные форматы изображений, наоборот, берут свое начало в видеоформатах. Для WebP это тоже характерно. Здесь мы видим первую проблему. Технология HEVC запатентована компанией MPEG LA. Естественно, что компания может потребовать финансовых отчислений за использование разработки, являющейся частью нового графического формата. Это существенно ограничивает применение графики BPG во множестве свободно распространяемых программ. Сама библиотека, при помощи которой можно создавать изображение BPG, имеет вполне открытую лицензию LGPL. С другой стороны, HEVC активно продвигается, и для видео его аппаратная поддержка будет расширяться, как в бытовом, так и в профессиональном оборудовании. Это позволит заодно продвигать BPG. Одна из трудностей с внедрением нового формата сопряжена с поддержкой разными браузерами. Нужно будет использовать специальный декодер JavaScript для загрузки изображений. Но зато не нужно ждать, пока декодирование формата добавят во все браузеры и все пользователи обновят свои версии. Вот с прозрачностью в PNG была долгая история. Ее поддержка в Internet Explorer появилась в середине 2000-х, то есть когда сам формат разменял уже второй десяток лет. Серьезным препятствием для распространения BPG является конкуренция со стороны формата WebP, который разрабатывает компания Google. Файлы этого формата также превосходят JPEG по степени сжатия и обладают прозрачностью, позволяют создавать анимированные картинки, подобно формату GIF, и, что самое главное, поддерживаются бесплатными браузерами Chrome и Opera. Про WebP мы поговорим дальше, а пока о возможностях BPG. Высокий уровень сжатия. Итоговые файлы получаются заметно меньшего размера по сравнению с файлами JPEG аналогичного качества.
Различия в качестве файлов аналогичного размера бросаются в глаза. Посмотрите по ссылкам на следующем шаге, там вы сможете сами сравнить разные форматы и разные изображения в удобном интерфейсе. Поддержка в большинстве браузеров, благодаря наличию декодировщика на JavaScript, позволяет ему быстро распространяться. Размер сжатого кода JavaScript библиотеки декодирования 76 килобайт. Методы кодирования основаны на подмножестве стандартов HEFC или H265. Использование идентичных JPEG форматов цветовой субдискретизации YCVCR – это 4.2.0, 4.2.2 и 4.4.4, что позволяет исключить потери при преобразовании из JPEG. Обратите на это особое внимание, когда будем сравнивать с WebM. С WebP. Поддержка слоя прозрачности. Потом поддержка схем формирования цвета, в частности ЦМИК. Поддержка от 8 до 14 битов на один цветовой канал, что тоже полезно для графики высокого качества. Наличие режима сжатия без потерь. Надо сказать, что такой режим есть и у JPEG, и у WebP. Только здесь надо уточнять, без каких именно потерь, и мы к этому вопросу вернемся в следующем фрагменте. Возможность интеграции в файл различных метаданных, включая блоки EXIF. В общем-то, она есть и в JPEG. Поддерживается анимация, но подразумевается, что ролики будут короткие, чтобы их можно было уместить в кэше декодировщика. Если декодер не поддерживает воспроизведение анимации по каким-либо причинам, то будет показано просто статическое изображение. Зато уровень сжатия здесь высокий, растет он за счет использования межкадрового кодирования, которое применяется в кодеке HEFC. А в этом деле он мастер, и в этом вы сможете убедиться сами.